Всем привет! Сегодня у нас морковка по-корейски. Очень вкусная, очень полезная, красивая, ароматная, хрустящая. Готовится она супер просто и быстро, и по стоимости несколько раз дешевле, чем в магазине. Я буду использовать 700 граммов сырой почищенной морковки. Морковь потру на предназначенной для этого терке. На этой терке, кстати, удобно готовить не только морковь по-корейски, но и свеклу по-корейски, и кабачки по-корейски. Если такие рецепты вам интересны, я оставлю их под этим видео в рецепте морковки по-корейски. Морковка подготовлена, вот она у нас получается такая красивая. Морковку я посолю, я добавляю 1 чайную ложку морской соли. Добавлю 1 столовую ложку сахара и также наливаю 3 столовых ложки яблочного натурального уксуса 6%. Если вы добавляете столовый уксус, то нужно на треть меньше. Дальше я перехожу к плите. Наливаем в небольшую кастрюльку или сотейник 5 столовых ложек рафинированного масла без аромата. Прямо в масло добавляю такие специи. 1/4 часть чайной ложки черного молотого перца. Хорошую щепотку красного молотого перца. 1/2 чайной ложки сухого майорана. Чайную ложку молотого кориандра. А также прямо в кастрюльку нужно мелко порезать или пропустить через пресс чеснок. У меня 6 средних зубочков. Чеснок пропускаю через пресс. Дальше включаем плиту и, постоянно помешивая, хорошо прогреваем масло. Таким способом эти специи и приправы хорошенько отдают маслу свои запахи. И возникает такая очень интересная ароматная композиция. Но мы ни в коем случае чеснок и приправы не жарим. Как только появляются признаки жарки, сразу снимаем кастрюлю или сотейник с плиты. Ароматное масло выливаем на морковку и хорошенько перемешиваем морковку. Я хорошенько перемешала морковку, и уже сейчас она пахнет восхитительно, аппетитно, ароматно. Но нужно проявить терпение и дать ей хорошенько настояться. Минимум это 4 часа, но лучше дать постоять сутки или еще дольше, тогда она станет еще вкуснее. Чем дольше, в общем-то, она настаивается, тем вкуснее становится. Поэтому я ее притрамбую, накрою крышкой и отправлю в холодильник. Морковка постояла сутки в холодильнике. И теперь она полностью готова. Морковка получается очень вкусной, хрустящей, витаминизированной и полезной. Готовьте с удовольствием, готовьте на здоровье. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Всего вам самого доброго. Пусть все ваши обеды будут на пользу. Увидимся в следующем вкусном видео.